Я разрушал своим сердцем такие стены, что не выдерживал ни один кирпич. От корабля, увезшего плачи Елены, до Соломона со сводом псалмовой притч. Люди всегда смотрели с опаской искоса, как бы чего не вышло себе в ущерб. Вот я и высадился у истоков Стикса, ангелом киевских, псковских, тибетских пещер, видя, как догорают иные галактики, и медитируя на хвосты комет, не забывая, сестрица, о блудном братике, сжавшем цивилизацию в миг, в момент.